3732 ребенка, в том числе 59 вдвоин, родились на Камчатке в прошлом году. Об этом сообщает региональный Минздрав. Там говорят, что более 99% новорожденных прошли неонатальный скрининг для раннего выявления патологий. Случаев генетических заболеваний не выявлено. Доля обследованных беременных женщин по новому алгоритму проведения комплексной пренатальной диагностики составила 95%. Обследование будущих мам с помощью УЗИ и биохимического скрининга позволяют своевременно выявить пороки развития плода, снизить уровень младенческой смертности и инвалидности. В министерстве также рассказали, что 180 жительниц Камчатки были направлены за пределы региона для прохождения процедуры ЭКО. В прошлом году в крае зарегистрировано 78 рождений от экстракорпорального оплодотворения. Подпишись на каналы Mass Media News в Facebook, YouTube и Instagram. Смотри новости первым.